Убедиться в том, что наука – это увлекательно и несложно, смогут дети и взрослые 30 ноября в Казанском федеральном университете. Ведь в этот день стартует 6-я серия образовательного проекта «Про наука». Она называется «Ночной переворот». В этот раз «Ночь науки» посвящена теме революции в разных областях жизни. Мы не стали ограничиваться узкой темой исторической и тему революции, прорыва, каких-то успешных начинаний привнесли в различные области. На одной площадке вновь будут собраны самые разные развлечения: научно-популярные лектории, образовательные интерактивы, мастер-классы, умные развлечения. Отдельное внимание будет уделено и культуре Татарстана, его значимости в современном мире. Мы стараемся приглашать именитых ученых как из-за рубежа, так и из столичных вузов. Но так совпало, что на следующий день, 1 декабря, состоится вручение медали и премии Лобачевского. А ее лауреат будет на открытии нашей промнауки, чему мы очень рады. Участие мероприятия бесплатное для всех. Полная программа мероприятий и регистрация доступна на сайте проекта «Про наука». Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюз.